Итак, друзья, всем привет! Я вас приветствую на своем канале. Сегодня у нас будет распаковка не как обычно сайта AliExpress, а сайта Fastech. Дело в том, что я заказал себе обновку для вейпинга, и именно на этом сайте можно найти все необходимое для этого. И да, у меня давно не было новых видео. Дело в том, что не было надобности заказывать что-либо, а также был занят другими делами. Хочу сказать, что сегодня будет лишь распаковка, обзор будет позже. Поэтому инфы по этой посылке будет немного. Ну и как же можно не упомянуть почту России? Она снова отличилась. Дело в том, что я хотел забрать посылку еще в субботу. Вот, проверил по Дубльгису, по официальному сайту Почты России, что она якобы работает в этот день. Вот, но по факту приезда в отделение номер 27 оказалось то, что они не работают, у них выходной. То есть все работают, они отдыхают. Но опять же, у них по-другому получилось. Они работают в понедельник, когда все отдыхают. То есть они, по сути, делают, что хотят. Вот, ну ладно. Заказ пришел ко мне за 20 дней. Да, то есть по факту, если получение, за 20 дней. Ну что ж, а теперь перейдем к распаковке данной посылки. У нас здесь находится MTL Dwarf. Дрипка Хадали и нехромовые триплы Ховин для, в моем случае, дрипки Хадали. А также два дриптипа. Давайте распакуем, да? Посмотрим, все как обычно у нас. Целостность проверим, да? Чтобы у нас все было на месте. Так, ну и сразу видим наши триплы. Тут у нас немножко заклеили, да, данные. Давайте посмотрим, да. Хотя нас не получится посмотреть. В принципе, вот, можете видеть, да, триплы, да, трипл клептон получается, ховин, да, 10 штук, вот, если они намотали их отлично, да, то должны выдавать 0,25, 1 койл. Вот, давайте сразу посмотрим поближе, да, количество получается у нас должно быть 10 штук, 2, 4, 6, 8, 10, да, все 10 штук есть. Давайте посмотрим поближе, какой-нибудь койл возьмем, да. Вот, можете видеть, да, получается, по качеству мне вот на самом деле нравится. Вот, на самом деле все очень круто намотано. Вот, разумеется, это все мотается вроде как не вручную, насколько я знаю. Вот, что же у нас здесь получается, да, это у нас не хромовый, да, клептон, да, получается 3,26, да, и 40-м обмотано, то есть жилки у нас из 0,4, не хрома 3 штуки, а также поверх 40-й, это получается где-то 0,07, вроде как, не хром. Вот, ну что ж, тестировать будем, да. Посмотрим, как они себе будут показывать. Вот, очень даже интересно. Потому что, что касается цены, да, за этот ценник, здесь вообще в любом городе, мне кажется, можно мотать себе только, наверное, один койл, получается. А здесь можно приобрести себе целую коробочку из 10 штук. Поэтому, если они покажут себя в плане качества хорошо, да, то почему бы нет, на самом деле. Это очень выгодно, на самом деле, да. Так, посмотрим. Ну, здесь у нас по заказу получается, да? Да, по заказу. Понятненько. Так, давайте сначала на дриптипа, да, посмотрим. Так, получается, я заказывал один дриптип себе, другой за компанию моему другу. Ну, чтобы ему лишний раз не заказывать, да, чисто один дриптип. Опять же, зачем, да, то есть, когда можно вместе со мной заказать. Вот это я себе заказал, получается, с радиатором. Ну, разумеется, 510-й, да, дриптип. Вот такой вот. У нас получается дриптип раунд PC. Вроде как без дефектов. Все нормально. Все проточно, да. А ринг нормальненький. Мне нравится. Мне не к чему придраться, на самом деле. Мне все устраивает. Так. А тут вот по-другому запечатано, кстати. Тут прям... Ну, ладно. Мне как бы обзор нужно делать, да? Ну, в смысле... распаковку, да, поэтому, ну, я думаю, вдруг меня поймет. Так. Вот мы видим другой дриптип, да, тоже у нас получается есть радиатор. Два оринга.
проточка вообще нормальная, без дефектов. Также верхняя часть без дефекта. Ну, как по мне, все идеально. То есть, опять же, придраться не к чему. Вот, так что это очень круто. Вот, ну а теперь самое интересное, да, получается. Опять же, хочу повторить то, что сегодня будет чисто распаковка. То есть, такие вещи, да, все-таки, мне кажется, хочется... Будет как-то целесообразно уделить этим двум обновочкам моим отдельное видео для каждой. Потому что есть о чем рассказать на самом деле. Серьезно. Вот. Просто в общих чертах получается, да, сейчас посмотрим, да, как бы. Давайте, наверное, вот сейчас я вижу, да, что это, скорее всего, у нас Хадали, да, по цвету. Давайте, наверное, с нее начнем. Прям очень тугая хрень. Так, что-то... Вот такие вот уплотители получаются у нас. О, да. У меня скоро будет уже коллекция вот этих отверточек, на самом деле. Вот можете посмотреть, да. У нас тут запасные оринги, отверточка, а также винтики. Вдруг будет слизываться, да, либо потеряется, а у нас есть запасные. Вот она хваленая, просто вообще, блин, у меня их, я не помню, сколько у меня их. Так, ладненько. Тут оринки, болтики. Ну, в принципе, тут показ, собственно, нечего, да? Я думаю, они в нормальном качестве. Ну, все нормально, на самом деле. Не будем зацикливаться на этом моменте. Так, теперь самое интересное. Вот он у нас, дрипочка Хадали. Да, я мог бы сейчас рассказать, конечно, про нее. Прям вот, блин, с нетерпением, на самом деле, хочется и материал получается, купола и все такое. Ну, давайте посмотрим, бегло буквально. Да, это получается у нас как бы клон. Это не оригинал, хочу заметить. Чтобы вы сейчас сориентировались, то, что как делают клоны, да? Псай-клон, да, Хадали 7716 номер. Разумеется, у нас сейчас здесь все, скорее всего, будет туго. Причем очень туго. Да ужас туго. Так, давайте сейчас, короче. А, вот у нас, получается, слетела сейчас оринг. Ну, потому что он порвался. Да, немножко неприятно, конечно, блин. Вот это, кстати, первый косяк, как можете видеть. Вот. Просто, блин, ну, я понимаю, что, ну, сухую, да, я открывал, да. Ну, блин, извините, на мокрую как я мог открыть? Потому что все-таки это, ну, распаковка, да. Вот, ну, один оринг минус. Ну, на самом деле есть запасные, да. Ну, все равно неприятно. Вот, ладненько. Опустим этот момент неприятный. Вот, что касается сейчас нашей базы, да, посмотрим. Так, что касается базы. Вот мы видим, да, винтики. Немножко, кстати, видите, то, что... То ли мне кажется, то ли она немножко поехавшая одна стойка, чуть-чуть. Да, есть такой косяк, опять же. Так, давайте еще немножко подзакрутим. Ну, на самом деле это не критично, да. Но опять же, все-таки вот этот второй момент, и тоже немножко неприятно, то, что они немножко поехавшие. Вот, тут у нас, получается, все вырезы, да, то есть здесь видны внутри. Обработочка неплохая. Видно, конечно, да, вот эти вот, получается, внутри запилы, да, но это ничего. Все-таки это клон, да, то есть, соответственно, цена, получается. Я ссылки, конечно же, оставлю. Тут у нас изолятор, да, все дела. Вот, по сути, в принципе, в общем-то, все неплохо, да, то есть, потом уже, когда будет устанавливаться спираль, потом уже посмотрим, насколько это критично. Пока что не знаю. Вот у нас сам купол, то есть, все это у нас нормальненько. Разумеется, это все нужно будет мыть, получается, после покупки. Так, ну, дриптип, блин, на самом деле, очень тугой, да, сейчас его выдирать не хочется, вот. Потом, наверное, промыть, да, получается, и уже можно будет крутить. В принципе, очень круто. Как раз париться будет Хадали на вот Рексе, на моей несменной Рексе. В принципе, блин, да, вот сейчас по этой дрипке что можно сказать, да, то, что неприятно, что вот оринг слетел, да, порвался. И то, что стойки немножко под сомнением, то, что они кривые, то есть они не прямо стоят, да, а немножко вот так вот наклонены к центру. Ладно, это потом будет проверяться. Я думаю, что ничего критического не будет в том, что стойки, да, так смотрят. Поэтому, в принципе, я больше
доволен, чем разочарован. Ладно, пока это запакуем. Давайте перейдем к дворфу. Это у нас получается МТЛ-ка, да? Дворф, сигаретник. Вот мы видим допы к дворфу. Вот можете видеть, да, получается, здесь у нас также оринги, да, винты, шестигранная отверточка. Да, у нас получается, вот сменные обдувы идут. Я сейчас пытаюсь определить, сколько тут. А, да, три штуки получается, да, все правильно. Вот, сменные обдувы, да, получается, как я понял, на самом МТЛе, получается, здесь стоит... Средний, да, здесь все остальные, получается, первый, второй, третий, ну, может быть, не знаю, здесь второй стоит, скорее сюда, второй стоит, вот, это мы все посмотрим, да, давайте сейчас глянем нашу МТЛ-ку, да, опять же, тут у нас одноразовое такое вскрытие, да, как и на дриптипе моего другана. Вот, смотрим, да. Тут, кстати, да, вот не очень приятный, вот. Хотя, хрен его знает. Но я все равно буду пользоваться вместе с радиатором, да, вот своим дриптипом, который я показывал недавно. Так, да, здесь он, вы видите, он намного приятнее выдирается, нежели на дрипке. Вот, можете видеть. Все у нас здесь круто. Давайте вскроем, посмотрим, что у нас там внутри, да. Состояние. В принципе, вообще, смотрите, как красиво, прям вообще обалденно сделано. Вообще прям на выставку просто ставить. Вообще. Да, все очень круто. Так, это у нас, я не помню, она вскрывается или нет. Вообще должна вскрываться, потому что, как вам сказать-то, получается... Есть варианты на меньший объем заливаемой жидкости. Блин, как все туго на самом деле. Ну ладно, это потом. Я просто не хочу сейчас это все выламывать, да. Вот. Кстати, вот, честно говоря, неудобно. Вот этот один момент неудобный, да, мне не понравилось то, что не за что хвататься, нету вот ребристости. Так, давайте базу посмотрим. Тут у нас обработка вообще идеально, смотрите, прям блестит. Все прям ровненько, четенько, вообще круто. Мне нравится. Купол базы, да. Вот они, дырочки, отверстия, да, под вату. Ага, получается, все, въехал, блин, нифига, улетело. Получается, у нас купол держится на айрингах, точнее, на одном айринге. Да, я забыл просто, на самом деле, я думал, что он откручивается, а он просто снимается, держится на айринге. Вот мы видим, получается, здесь стоит у нас... Вроде как второй обдув, на самом деле, вроде как. Вот, я, разумеется, буду пробовать сначала на нем, на этом обдуве. Видим, короче, стойки, да. Стоечки у нас, опять же, чуть-чуть прям наклонены в центр, да. Но прям, ну, намного лучше, на самом деле, чем у Хадали. Видим всю эту обработочку. Видим, получается, наш пин, который можно, разумеется, выдвинуть, да. Если нужно, потому что здесь подходит шестигранник у нас, видим, отверстие. По сути, все очень даже круто. И видим, вот один обдув получается. Ну, это сигаретник, нам больше не надо, на самом деле. Вот, блин, мне сказать больше, на самом деле, нечего, да, вот в плане дворфа. Потому что все остальное, да, все намоточки там, все дела, обдувы и так далее, мы будем разбирать непосредственно на обзоре. Пока что мы посмотрели с вами, чтобы у нас все было без дефектов, да? И у нас все без дефектов. Так что, в общем, если говорить, да, о данном заказе, да, то меня, в принципе, по большей степени устраивает этот заказ, нежели не устраивает. Ну, то есть, да, вот это, конечно, было неприятно. Но это мелочь, на самом деле, потому что, блин, вот этих вот хреновин, да, у меня просто очень много. Поэтому это вообще не проблема. Короче говоря, заказом я доволен. Вот, буду делать в дальнейшем обзор. Вот такой получается у меня наборчик теперь, обновочка. Так что буду делать обзор, получается, и по дворфу, и по Хадали. Триплы, в принципе, будут тоже тестироваться, разумеется. Они будут, вот как я говорил, уже на Хадали идти, да. И все, буду говорить свое мнение насчет вкуса, насчет обслуживания, да. Заправки ваты, то есть установка койла. Все, в принципе, на самом деле. Заказом доволен, на самом деле.
потому что там дефекты, они абсолютно незначительные. То есть мне, скорее всего, в очередной раз просто, ну, повезло, то, что не было таких серьезных дефектов. Вот, так что, кому понравилось видео, да, есть вопросы на это видео конкретно, вот, задавайте, пишите комментарии, да, ставьте лайки, и спасибо за просмотр. Всем пока!